Привет, ребята! И в этом видео мы попробуем сделать путь и слайм. Рецепт мы взяли из интернета. И так как мы делаем его впервые, мы не знаем точно, получится ли у нас. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь сейчас на этот канал. И не забудьте нажать на колокольчик, потому что у нас есть задача. Набрать 10 тысяч подписчиков до Нового года. И если вы сейчас подпишетесь, вы очень сильно нам поможете достичь цели 10 тысяч подписчиков до Нового года. Подпишитесь, друзья. Я уже не дождусь попробовать. Ого, вот это волнение. Для того, чтобы приготовить путь и слайм, нужен тетраборат натрия, которого надо развести с водой 1 к 4. Вот мы и развели, а теперь добавляем ПВА. Клей ПВА у нас был прозрачный, а теперь вилочкой собираем. Пускай с него весь растворчик стечет. И вот он, ура, путь и слайм. Он хрустит. И кликает. А также он должен прыгать. Он также отрывается и приклеивается, как оригинальный. И он очень мягенький. Если он у вас получается не очень мягкий, его можно размягчить с помощью водички. Но надо обязательно взять тепленькую. С помощью воды он становится более эластичным. А теперь мы его окрасим с помощью лака для ногтей. Мы выбрали вот такой цвет. И мы надеемся, что он у нас будет бронзовым. Один недостаток только в том, что лак пахнет сильно. Понемножку он становится перламутровым. Если цвета мало, можно еще добавить лака. Если хотите, можно добавить другого цвета. Это уже по желанию. Мы добавим еще немножко лака. Вот мы использовали почти всю баночку. Цвет получился вот такой. Бронзовый, перламутровый. А вам нравится? Напишите в комментариях. Такой самодельный путь и слайм. Если
это видео вам понравилось, поддержите нас лайком. Нам будет приятно. С вами были Алина и моя мама. Поделитесь этим видео с друзьями. И не забудьте подписаться на наш канал. Мы с вами должны достичь цели 10 тысяч подписчиков до Нового года. Мы будем вам очень благодарны, если вы нам в этом поможете. Вы уже все знаете, что мы вас очень сильно любим. Всем спасибо и всем пока!